Познавский Новосибирской области. Предстоит большая ответственная работа по дальнейшему комплексному, эффективному социально-экономическому развитию и выполнению тех задач, решению тех задач, которые поставлены президентом Российской Федерации. Хотел бы сказать, что для этого в регионе есть все возможности. Только консолидация и сил мы с вами можем двинуть экономику региона, мы с вами можем выполнить те задачи, которые перестоят перед регионом. Но самое главное, что мы с вами сможем сделать, это улучшить качество жизни наших граждан. Слова благодарности Владимиру Филипповичу за работу. Сделано многое, но еще предстоит сделать больше. Президентом поставлена передо мной серьезная задача работать на пользу Новосибирской области, на благо жителей Новосибирской области. Я хотел бы приложить максимальные усилия для выполнения этой задачи. Я хотел бы поблагодарить Владимира Филипповича за ту огромную работу, которую он проделал для региона на посту губернатора Новосибирской области. Безусловно, самое значимое достижение следует закрепить, а перспективные идеи и проекты поддержать. Наверняка в большом регионе найдутся люди, найдутся силы, которые, кроме работы, будут стараться и обозначить какие-то конфликтные ситуации. Как показывает история, ни одной территории на пользу не шли конфликты. Это отвлекало время, ресурсы от задач по развитию регионов и муниципалитетов. Я обращаюсь к вам с просьбой также способствовать объединению и консолидации общих усилий для выполнения наших задач.